Сегодня предлагаю приготовить вкусную запеканку из картофеля с капустой. Сначала нашинкуем капусту. Переложите капусту в отдельную чашу, добавьте соль и разомните руками, чтобы выделился сок. Теперь к капусте добавьте натертый на крупной терке картофель. Дальше добавьте натертую морковку. А в овощную массу влейте 3 столовые ложки растительного масла. Теперь очередь чеснока. Пропустите его через пресс. Приправы могут быть любыми. У меня любимая хмели-сунели. Теперь добавьте сухарики. Я сделала домашний, высушила хлеб в аэрофритюрнице и измельчила в блендере до мелкой крошки. Осталось взбить 2 яйца и все хорошо перемешать. Основа для картофельной запеканки у нас готова. Чтобы запеканку было удобнее вынимать, я застелила форму пергаментной бумагой и выложила всю овощную массу равномерно в эту форму. Отправляем запеканку в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Через 30 минут запеканку необходимо достать, посыпать тертым сыром и вернуть обратно в духовку примерно еще минут на 10. Все, запеканка из картофеля с капустой готова. Всем приятного аппетита! Она действительно очень вкусная, сытная и прекрасная альтернатива для тех, кто старается избегать большого количества мяса в рационе. Друзья, кроме этого YouTube-канала у меня есть еще 2 замечательные соцсети. Это группа во Вконтакте и Телеграм-канал. В группе во Вконтакте вы найдете много красивых картинок, дарящих прекрасное настроение. Советы по уборке и по уходу за домом, подборки товаров с маркетплейсов Яндекс Маркет, Озон, Валберис и Алиэкспресс. Сборники фильмов и книг для приятного времяпрепровождения. Много различных рецептов и лайфхаков. В Телеграм-канале контента чуть поменьше, но здесь больше моего авторского контента. В Телеграм я часто выкладываю собственные видео и делюсь лично в постах. Приходите, я буду очень рада. Все ссылки находятся под видео в первом прикрепленном комментарии.